Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу, как запустить Metro Exodus. Если у вас не запускается игра, установите ее. Дальше нужно перейти в папку с игрой и скинуть туда три файла, которые будут в описании к видео. Вот она папочка Crack. Вот эти вот три файла, вы их берете, копируете и кидаете в папку своей игры. Нужно заменить файл в папке назначения. Все, после замены мы перезапускаем игру. И наслаждаемся игрой. Все, всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.